На этой неделе посетитель одного из местных баров устроил стрельбу. Свое владение травматическим оружием решил продемонстрировать не кто-нибудь, а капитан полиции из Подмосковья. Полицейский выстрелил в потолок, после чего убрал пистолет. Сотрудники заведения незамедлительно воспользовались тревожной кнопкой. Приструнили коллегу дебошира ивановские полицейские. О происшествии сообщили в управлении МВД по Московской области. По нашей информации, данного сотрудника уволят из органов.